В России могут обязать владельцев чипировать своих домашних животных. Их также обяжут стерилизовать и вакцинировать питомцев. Разработать соответствующий законопроект Кабинет министров поручил президент Владимир Путин. Правительство исполнит это поручение в течение полугода до 1 декабря. Кроме того, власти продумают алгоритмы действия в случаях, если хозяин вынужден отдать питомца в приют или при изъятии животного в случае жестокого обращения. Правительство также пропишет правила по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе и для специализированных клубов и ассоциаций. По словам заместителя председателя Комитета Государственного собрания Руфины Шагаповой, региональный парламент два раза вносил данную законодательную инициативу в Государственную Думу. Закон об ответственном обращении с животными давно на слуху. Последние 10 лет, наверное, добивались зоозащитники и зеленые его принятия. Должно быть обязательное чипирование, идентификация домашних животных, что в последующем могло бы привести к ответственности, к закреплению ответственности за каждым человеком, который посмеет выбросить свое домашнее животное на улицу. Ведь именно они сегодня являются пополнителями той самой безнадзорной армии животных на наших улицах. Всего на сегодняшний день в республике насчитывается 150 тысяч бездомных животных. В этом году на их отлов и стерилизацию из бюджета выделено 64 миллиона рублей. Также было запрошено дополнительное финансирование в размере 16 миллионов рублей.